Да, какая музяка охренительная, да? А такое было на самом деле. Так, немножко приостановлю. А, на PC Engine, то есть нормальное, да, так, звучание. И игра у нас «Легенда о герое Тонма». О герое Тонма. Почему-то я читал как Тома, типа героя Тома. Ладненько, давайте стартуем по-тихому. Посмотрим, что за легенда такая. Ну, музыка прям. Пам-пам-пам. Прям бомбическая. Даже не хочется с этого меню выходить. Кайф вообще. Музыка супер. Ладно, поехали играть. Не знаю, что за игрушка, но PC Angel звук прям, о, класс. Так, что мы умеем? Прыгать, стрелять. Пауза и все, да? Класс. Ну, должно быть легко, значит. Что? ВТФ. Я в какой-то трэш играю? То есть даже умирать тут нельзя? Это гоблинс на минималках? Прикол. Вау. О, чё за это? Гоблинс на минималках. Чёрт, мне страшно туда идти. Синий, коричневый. Сейчас должен зеленый быть. Понятно, надо дальше идти, короче, да? Короче, они тут бесконечно, да, будут респаться? Ага, я понял. Пам-пам-пам-пам-пам. Музыка как супер. О, нифига не умеет прыгать. Тихо-тихо-тихо. Тут я зря, наверное, сюда прошел. Фу. Управление очень крутое. Вау. Блин, мне то больше оружия нравилось. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Хорош. Самый наводящийся. Е-е-е, вот это имба. Блин, чё их так много? Блин, хардкор. Хардкор. Ну ладно, тут хотя бы эти есть, да, как я понимаю. Точки восстановления. Уже хорошо. Самонаводяшка вообще супер. Класс, крутая игра. Крутая. Откуда он взялся там? Ага.
Охренеть. Круто, 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 круто. О, это босс. Умирать нельзя, я понял. Жесть. Блин, крутая игра. Да, я хочу континуум. Угу. В принципе, нормальный вариант. Ага, понял. А, еще можно прыгать на них. Норм. Тема. Ну, сама наводяшка, да, имба. Сама наводяшка, имба. Босс. Так. Я, в принципе, понял логику. Не так сложно. На меч прыгнул. Жесть. Голдишка. Голдишка лишней не бывает. Прикольно. А как я так летаю? Ух, так собрался. Что-то я упал, блин. Жесть. Здорово, здорово, привет. Взаимная подписка. Окей. Чуть попозже, когда играю. Ну, если у тебя ретро, конечно. Если не ретро, я не знаю. Посмотрим в зависимости от твоего контента.
Вдруг у тебя реально очень крутое что-то. Так, собрались, надо убить, короче, этого босса. Тупо не протупить, короче, и прыгать вовремя. Блин, почему он не прыгнул? Жесть, я вроде нажал же. Ай, блин. Забываю про них. Нормально он так язычком. Долбанул меня. Голдишка. Лишняя голдишка, не лишняя голдишка. Блин, а что, язык у него увеличивается, получается, как-то? Думаю, успею. Окей. Значит, торопиться тут нельзя. Блин, я по идее мог пробежать, успеть. По идее. На следующий раз будет проверить, если умру. А я умру 100%, блин, как всегда, не прыгну я. И умру. И останется от меня только плащ. Волшебный. Оп. Так, соберись, соберись. Блин, сколько ему надо ударить-то? Что он прям жирный какой-то. Страшно, капут вообще, когда в тебя череп хочет что-то сделать с тобой. Ух, прям сердце в пятки уходит. Чуть-чуть. Как я понимаю. Блин, в жизни бы еще показал. Так, ну он синий вроде стал. Блин. Сколько его так бить, интересно, буду? Долго? Не профейлить бы. О, норм, живем. Задача минимум выполнена. Ачивка одна есть, Мы не зря уже поиграли. Ой, тихо, ни хрена себе. А ёпо. Трэш начался на втором уровне, да? Блин! А как мне оружие теперь взять? О! Оружие. Так, ну хотя бы более-менее как-то.
Более-менее. А, нормально. То есть тоже нельзя умирать, да? То есть она такой чисто спасает, короче, тебя. Хорош. Ой, страшно. Какая-то херня летит. Страшно. Две ачивки. Так, босс, собрались, собрались, собрались. Я не знаю, правда, что тут делать. Ага, я понял. Вот это было сейчас опасно. Я даже не заметил. Изи. Тирин. Норм. Тащим. Блин, страшно. Фух. Это он у меня плюнул, что ли? Воу. Воу-воу-воу. Блин, стрёмно. Так, у меня самая водяшка есть. Надо быстрее, 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 быстрее. На всякий случай надо взять эту еще. Ой, стреляют там. А походу оружие на время, да, дается. Так, тащим, 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 тащим. Быстрее, 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 быстрее. Ух ты ж, блин, чуть-чуть не хватило прям. Так, это мы возьмем. Понятно, короче. А, блин, сейчас будет сложно тогда без оружия. Фу. Без оружия будет сложно сейчас. Ага. Что у нас тут дается? Мне бы хотя бы сам наводяшку, блин. Было бы вообще нормально. Ладно, не торопимся. Долбим так его. Блин, вообще бы, конечно, назад вывернуться по-хорошему. Ой, она опять тут. Так, и назад возвращаться нельзя, да? Ёбана мать! Ну понятно, короче, иначе я туда не дойду, иначе я оружие не возьму. Ууу, жесть. Окей. Боль, страдания. Мадам. Сходу. А их две тут, я...
Чё так быстро? Что так быстро? Почему так быстро? Так, это мы убили, она сейчас опять появится. Да блин. Тут их до хрена должно быть. Блин, тащим. Ага. Еще одна. И еще одна. Я точно помню. Блин. Нет, я хочу все выйти. Ух. Так, собрались. Хер знает, что тут делать. Ну, ой. Понятно. Норм. Надеюсь, мне сразу с босса. Ну так хорошо начал, ну так хорошо начал. Прям это спидран прям. Блин. Это, конечно, да. Блин, вот это, конечно, напрягает долго. А пронестись я смогу, интересно? Нет, не успею, да? Вот прям чуть-чуть не хватает. Ладно, окей. Блин, забыл про нее. Забыл. Сорямба, забыл. Честное слово. Ну, по идее, там не сложно же. Понятно. Ну, я же сверху прыгнул, блин. Блин, без оружия, конечно, тяжко. Пил. Блин, она опять появилась. Имба. Блин, я же должен вставать. Блин, засмотрелся на этот уголочек, блин. Достану или не достану? Не-не-не, надо. Легкий, вообще изи.
Так, ладно, торопимся медленными шажками. Блин, ну тут, конечно, напрягает, что он появляется. Ага. Жесть. Я даже разговаривать не хочу, блин, прям напряжно вообще. Ага, он еще языком. Нифига, у него длинный язык. Так, это мы успели сделать. Тут еще двое. Трое. Двое. Так, не, нафиг. Так. Сверху падает какая-то хиромантия, от которой надо, короче, убегать. Это я понял. Ага. Это я понял. Это я понял. А мы босса-то хоть вообще бьем? Ну так-то вообще. Бьем вроде. Так, короче, опасность только сверху, в принципе. Снизу мы вроде это нормально все. О, я, кстати, нормально встал вроде, да? Вообще имбово. Вроде мне даже не достают. Самое главное, чтобы я босса бил. Но мне кажется, я не бью босса. Ну, какие-то звуки происходят, что типа пум-пум-пум. Давайте попробуем. Вроде вообще прям имба, можно даже это отдохнуть немножко. Сам главное на голову ничего не свалилось бы. Вот, звук пум. Не понимаю, но он не светится. А давайте попробуем вот так. О! Ага. Я понял. Вроде бы. Когда их нету, надо бить. Или в голову бить. Ну это, кстати, я прям вообще шикарно встал. Осталось понять... О, момент удара. И будет все прям чики-пуки. Самое главное, нигде не пропустить никого. У-у-у, изи! Привет-привет, ты прям пришел на третьего босса. Тин! О, блин. Еее. Еще одна ачивка. Привет-привет, прям вообще этот босс прям, блин, жаркий был. Я нашел какой-то маленький кусок, короче, где можно прям встать и вообще не париться. Вообще имба. Так, мне нужно много-много оружия. Мне нужно оружие. Ага. Блин! Опять все просрал. Дивизию. Ну, начинается, короче. Опять я сейчас с бомжовским оружием буду бегать. Блин. SSD, M2, MIBA, рабочий стол и все. О чем речь? Ну, SSD, я, например, знаю, что такое SSD. M2, ну, допустим, я могу принять, что это такое. Рабочий стол я тоже знаю.
Ну, короче, не могу совместить эти слова, короче, вместе. О чем речь? Так, надо срочно оружие. Найти оружие. Имба в смысле? Блин, ну да. Блин, где оружие достать? Ой, как я классно ваншотнул. Ой, а так можно? О, класс. Так, одно оружие есть. Хотя бы такое. Ага. Бля, можно наверх? Я хочу наверх. Какая музыка крутая. Ой, 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 маги какие-то взрываются. У меня, правда, SSD всего на 256 гигов. Жесткий терабайт вроде хватает. Круто. Так, надо тут быстро пройти. Блин, сколько тут? Ай, ай-яй-яй-яй, хардкорненько, хардкорненько. Хардкорненько. Я вижу оружие. Я вижу оружие. Надо забрать оружие срочно. Так. Оу. Оу. Я могу допрыгнуть до сюда? Ах ты. Ох. Ох. Так, хардкор. Мне бы самонаводяшку. Мне бы самонаводяшку. Ага, она меня защищает, окей. Уже хорошо. Так, самонаводяшка. Ой, не, нормально. Топ тоже. Топ. Самое главное, это щит не потерять. Все, щита нету. Ребзи, щита нету. Так, тащим, 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 тащим. Я, правда, не понял, к чему это ты про... SSD это чё случилось? Чё с ним? Блин, стрёмно как-то. Ага. Ага. Нет! Жесть! Вот это уровень. Жесткий. Блин, так затащите, а? Так. Я там немножко не понял, что с ним делать, но ладно. Так, это мы убили. Это мы сейчас так убьем. Я забыл. Окей. Ну я просто пытаюсь маршруты сократить, чтобы побыстрее до босса дойти, блин. Па-па-па-пам. Надо позже прыгать. Вот тут. Опа, вот так. И вниз. Нет. Вот сюда. Вот так, все. Вс.
все сократили, а там оружия нету. Это что было сейчас? Что за нахер? Блин, опять рано. Пам-пам-пам-пам. А сейчас его нету почему-то. Странно. Почему я забываю, что он стреляет? Почему я забываю, что он стреляет? Что за хардкор? О. Хардкор. Да-да-да. Запас снарядов, да. Ну, косяк в том, что тут есть... Бля. Очень имбовое оружие. Которое там самонаводяшки, там еще что-нибудь, такая тема. Он снизу прыгнул, что ли? Почему он снизу прыгнул? Больше там вообще не должно быть. Блять. Поздно. А, вот, все, я увидел, почему он прыгает. Все, окей, иначе его надо убивать. Тогда надо делать вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Идти дальше. Вот так. Вот так вот. А, чайник. Да блин, я так не играю. Почему? Какой-то рандом уже пошел. То он стреляет туда, то не стреляет. От чего это, интересно, зависит? Вроде не от скорости. Окей. Я понял. Давай, поехали. Прыжок, убил, прыжок, Я понял, ладно, окей, поехали, поехали. Прыжок, 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 вот сюда. Я понял, ладно, окей. Называется «Устал на работе», а игра заставляет думать, а мозг и так не работает. Да. Да, да. Ну, кстати, те уровни меня больше напрягли. Я тут тупо устал просто. Можно так сказать. Ой, вообще прям имба я. Вот это мне фартануло. Ох, блин. У тебя как дела-то вообще? Я типа вот так отдыхаю.
Да какого хрена он там стоял, блин, сверху, блин? Чё за херня, блин? У меня вот Майнкрафт строю замок, ёптись. Я вот Майнкрафт чё-то это... Не понял немножко. Я же в эту щелочку пролезал, блин. Майнкрафт замок, ху, блин, круто вообще. Но я что-то с игрой не понял. Мне что-то как-то... Может, я старый совсем. Но я что-то... Не понял. Не, прикольный... Ваншот просто, блин. В затылок ваншот. Не, ну игра крутая, как бы. Майнкрафт, там сколько модов, сколько всякие штуки там наделали вообще прям. Была бы она не крутая, наверное, бы не сделали столько всего. Ну и вил там такие огромные замки делают люди, вообще капут. Беги! Беги, Билл, беги! Блин, тут надо аккуратно и не прыгать, короче. Я-то с модами 85 примерно. 85 модов. Ах, охренеть. Ой, вот это я зря, наверное, сделал. Но я хочу это оружие. Так, раз оружие, два оружия. Все, уже получше стало. У нас есть защита. Блин, эту защиту, в принципе, надо оставить. Эту защиту надо оставить. Вообще можно туда вот так вообще пройти. Я понял. Все, нет, надо защиту эту оставлять. Она на боссе пригодится. Блин, я же зазором. Точнее, ну да, зазором. Там, блин, зазор, во. Я же как-то пролезал. Я там с натягом пролезал, блин. А тут что-то не пролез. Ну как так, я же пролазил. Типа я поздно прыгаю, что ли? Или рано прыгаю? Может, еще надо вправо сделать пару шажков? Давай, на этой клетке-то прыгнем. Ага. Успел. Успел. Право влево чуть-чуть, блин. Ага, а теперь его нету, бой. С нормальным зазором я зашел сюда. Окей. Забрать оружие быстро и сюда. На минималках просто. Так, собрался. Блин, ваншот. Так, ладно, окей. Это что у меня такое прилип? Видишь, нормальный зазор такой. Тут место, блин. Без натяга ходит. Раз.
Блин, давай, ладно, вот так ускорим. Тихо, ай. Зачем я прыгнул? Зачем я прыгнул? Что-то жесть какая-то вообще. Я тут через пару часиков, походу, вообще тут этот уровень звучит. Спидранить начну. Откуда они? Блин, пара пикселей, да? Улетел. Все, я уже спидранить начал. Откуда они? Откуда они? Нельзя, 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 нельзя. Я уже прям по пикселям знаю, куда вставать. Чё за жесть? Вот это я зря сейчас сделал, походу. Нет, не зря. Нет, нормально. Блин, а верх не бьет. Верх не бьет. Верх не бьет. Верх не бьет. Какого хрена? Энергетик пьешь, она уже как вода. Блин, ну да. Ну нет, мне еще не как... Ух ты. Не как вода. Черт, в тайминг не вошел. Не, мне еще более-менее это нормально. Ой, что-то я не то сделал. Зачем-то прыгать начал на него. Не, мне благо еще не помогает. Но походу через пару месяцев мне это, да. Он это прям... Ой, не прыгнул, все. Блин, опять что-то я... Вот, вот сейчас. Тут есть режим изи, блин. Блин, у меня что-то не прыгнул, не прыгнул. На джойстик меня срочно. Ну и сегодня вообще у меня, по идее, это уже фейлы, просто фейл на фейле, короче, пошел. Мне, по идее, сегодня был, должен был играть с новым джойстиком. И что-то, короче, не пошло. В затылок опять ваншот. Блин, я до босса дойду или нет сегодня? Я что, зря 4 уровня прошел, что ли? Ой, вот это я, нет, не так сделал, надо было налево. То есть 4 уровня пройти, чтобы засядь на какой-то первом, это хиромань. Какого хрена он слева начал прыгать? Чё за фигня? Не было никогда слева. Или игра такая, типа, ты сильно умный, короче. Вот не было его там. Блин. Смотрю налево, вижу фигу, короче. А про правую забываю посмотреть. Ну как так вообще? Так, 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 так. Он сейчас прыгнет в меня. Блин. Нет, смотри, ушел. Фу. Фу. Так, полдела. Ха-ха-ха.
Пол дела сделано, самое главное не прыгать. Я успею? Нет, не успел. Фух. Тормозишь от простых задач? Ну, блин, не знаю. Вроде норм. Не, ну подтормаживаешь немножко. Так. О, тихо, 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 тихо. По одному будем вырезать. Вот это я зря сделал, наверное, да? Интересно, я его успел убить? Ой, а нахрен вообще он мне? Блин, я не помню, что снизу. А, я помню, что снизу. Надо, короче, щиты беречь. Ой. Берегем щиты. Блин, он не стреляет вниз. А, ну он вверх не стреляет, нормально. Так, и тут еще оружие. Ага, все, валим, валим, валим! Валим, 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 валим. Валим, 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 валим. Блин, так хорошо шел. Блин, что такое? Так хорошо шел, так хорошо шел, так хорошо шел, так хорошо шел. А тут взял и просифонил. Вот это я сейчас тоже просифонил. Он сейчас прыгнет сюда. А не, смотри, нормально. Норм, 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 тащим. Мы живее всех живых. В принципе, я уж тут алгоритмы все понял. Не так сложно, надо только это. Типа тайминги. Тайминги, блин. Ух, сейчас был бы ваншот. Вот это я зря опять прыгаю, блин. Два раза прыгнул зря, блин, вообще. Ну это я случайно вообще. Пух, 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 пух. Вот тут все стоять, стоять, стоять. Прыгать, 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 прыгать. Что-то не то пошло. Пошло что-то не то. Что-то не то пошло. Пошло что-то не то. Я понимаю, что я очень много сократил, но пошло что-то не то. Пошло что-то не то. Ух. Прям подгорало сейчас. Блин, за пяточки. За пяточки. Ба-ба-ба-ба-ба. Аж глаз. Блин. Я уж тут как профессионал, блин. Жёг лицо. Профессионально сжигаю лица. Профессионально сжигаем лица. Ага, тихо, пяточки. Нафиг, лучше по два раза перестраховаться. Давай, умирай уже. Или я типа не додышу?
Не, ну он урок получает, получается. Чит. Чит. Но это читерство. Чит. 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 Что за хрень происходит? Тихо, 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 пацаны, тихо. Не так страшно, блин. Тихо, 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 тихо. Успокойся, блин. Меня смущает только мужик сверху, короче. Эту хрень я убью. Так, так, пиксель надо найти. Пиксель попадания. Блин, мне страшно вообще, капут. Капут страшно. Я даже прыгнуть боюсь. Еще музыка такая, блин, зараза. Блин. Блин, я прям реально боюсь прыгать. Тут даже некуда прыгнуть. Я сейчас прыгну, она меня сейчас прям в лицо, короче, плюнет. И мужик сверху плюнет. Но я вижу, что я где-то в какой-то в пикселе вроде урона ношу. Вот. Собрались. Чё-то я захардкорил тогда, блин. Мы играли, наши пальчики устали. Тихо! Классные хардкорные игры были на PC Engine. Вообще, блин, капут. Ой, тихо. Блин. Так, собрался чайник. Блин, не прыгнул, все, плащ только остался. Блин, легко же. Ну реально легко. Подожгло просто. Подожгло легко, подожгло одно место. Прям в пердак, короче, мне, блин, запихнули. Вот это я это с натягом сейчас вошел. Так, окей, собрались. Мы это пролетали уже. Уже закрыт... Блин, закрытыми глазами надо уже проходить это все. Просто трипл шот. Типа наверняка такой. Пиу, 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 пиу. Ну, музыка крутая, конечно. Пошло что-то не так. Опять. Не, ну чё, я не затащу эту игру, чё за... Херня! Я на том пикселе прыгнул. Стопудово на том. Вот, вот так, урон, понятно. Короче, блин, ладно, пролетели, но это было круто. Я не знаю как, но я пролетел быстрее, чем я задумывался. Значит, можно еще быстрее пролететь. Это... Ножки мои, ножки, 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 ножки. Фу, у меня аж подгорело чуть-чуть.
Черт, уйди нахуй. Блин, страшно, страшно. Ох, читерское место. Первый, между первым и вторым квадратом коричневым. Его вообще вот тут скипать можно. Она загорается и ушел. Чик, загорелась. А, не, ну ладно. У меня в тот раз получилось. Странно. Тихо. Не знаю как, но я его убил. Просто на второй пиксель, на первый пиксель, на второй пиксель. Это я тупанул, походу, да? Я, походу, перепутал. Ой, поздно. Поздно, 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 поздно прыгнул. Далее, тайминг. Не, ну я всех убил. Типа, ага, понятно. А вот тут я не успею, да? Нет, успел. Там-та-там. Там-там. Блин. Ножки. Между первым и вторым. Вот. Все, встал. О, можно отдохнуть. Так, его надо тоже снести на всякий случай. Да блин, не, все, короче, все, харе, блин, все, у меня уже это, нервы это сдали. Фу, мои нервы сдали. Фу, но это очень крутая игра, реально очень крутая. Какая музыка, блин. 91-й, 93-й и Рамкорн. Ну-ка, давайте посмотрим, что тут вообще. Дай мозгу отдохнуть. Утром легче, ну да, утром легче. Хотя бы уровни давайте посмотрим. Ну, это первый уровень, это я прошел легко вообще. Вот эти респятся вообще постоянно, короче. После вот этого, вот тут сверху, вот где П уже верхняя, на втором этаже, там автонаведение уже было. Прикольная тема. То есть можно даже не разворачиваться. Он типа сам стреляет. Но если ты умрешь... Ой, это второй уровень. Я вот, короче, вот так же умер, вот так на втором уровне, блин, без оружия был, блин. Это капут вообще было. А чё, так можно было? Прикольно. А я не знал, что можно нагнуться было. И птичка пролетит. Вот, красная фигня. Во-во-во, вот это автонаведение вообще огонь. Ну, зараза, ты когда умираешь, блин, типа все теряешь вообще. Крутая игруха. Давай, третий уровень покажи мне. Я хочу все уровни посмотреть. А, он типа вот так пошел. Так можно было? Можно было наверх сразу запрыгнуть. Блин, он взял... Блин. Вот как надо было тащить. Офигеть. А я, короче, не... Блин. Надо было вот это оружие проще было бы. Круто.
Круто, давай следующий уровень. Ну и на этом попрощаемся, на самом деле. О, в замке уже. Класс. Сейчас досмотрим все уровни, короче, и пойду отдыхать, короче, надо поспать немножко. Замок, книга какая-то. Какие-то черти, блин, толстые. Демоны какие-то летучие. О, хотя бы авто... это... автонаведение есть. Сразу на этом уровне. Это круто. Давай финального босса покажешь. А, ну все. Блин, то есть мне два уровня, короче, я не дошел. А, ну очень крутая игруха. Советую всем поиграть. Ладно, на сегодня все. Давайте всем пока-пока. Ложитесь спать. Завтра суббота, надо отдохнуть. Я думаю, вас никто не разбудит, как говорится. Ну и хорошо проведете выходные. Давайте, пока-пока. Бабах.